Привет, я Игорь Бурцев, автообзорщик из YouTube и кое-что понимаю в шинах. Вы понимаете больше, потому что вы коллективный разум. А вместе мы второй год подряд составляем зрительский чарт шин. На этот раз собираем ваши голоса за летние шины сезона 2017. Говорим про легковые бюджетные модели. Сегодня я вам расскажу про Cormoran Impulser B2. Восточноевропейскую шину со сказочной для импортного колеса ценой. Восточная Европа в данном случае — это Сербия. Предприятие Тигар, где производят преимущественно шины для больших грузов. Если, путешествуя по Европе на автомобиле, обращать внимание на шины, в которые обуты красивые немецкие, французские, голландские и прочие фуры, окажется, что Cormoran — весьма популярный бренд среди тех, кто ездит много и привык экономить на всем, ну, кроме безопасности. Европейцев подкупает, что шины Cormoran — это Мишлен, только под другим именем. Предприятие в городе Тигар принадлежит французскому концерну со всеми приятными бонусами в придачу. Технологии Cormoran — это технологии Мишлен, сырье — Мишлен, конструкторы — из той же оперы. И все это по заниженному ценнику, учитывая географию производства и ориентированность линейки Cormoran на бюджетный сегмент. Что про шину Impulser B2, она очень крепкий середнячок. Развитие темы Cormoran Run Pro — универсальные шины для компактных автомобилей с увеличенным ресурсом. От Run Pro Impulser унаследовал направленный рисунок протектора, блоки в центральной части собраны в продольные ребра жесткости, широкие водоотводные каналы и крупные блоки протектора в плечевой зоне. Последнее можно было бы посчитать намеком на способности шины проходить повороты на высокой скорости. Учитывая скоростной индекс T, шина, ну, можно сказать, что-то может. Но производитель настаивает на семейном использовании шины для получения наилучших показателей. А самый лучший показатель — экономия во всех ее проявлениях. Компаунд шины Impulser B2 составлен таким образом, чтобы максимально уменьшить сопротивление качению и устойчивость к абразивному воздействию дорожного полотна. Это увеличивает ходимость и уменьшает расход топлива. Ну и как устроено ценообразование Мишлен на шины бренда Cormoran, я уже сказал в начале. Все, что хотел сказать про эту шину, сказал. Теперь от вашей активности, количества просмотров, лайков, комментариев будет зависеть, какую позицию займет это колесо в нашем зрительском чарте шин сезона лета 2017. Смотрите, комментируйте, лайкайте и ловите новые видео. Вся информация внизу в описании. Увидимся!